Всем привет! С вами канал «Живой футбол», и сегодня у нас обучение с человеком, чей стиль во фристайле является одним из лучших в мире. Его координации могут позавидовать многие. Четырехкратный чемпион России – Игорь Олейник. Гласная работа. Я имею право снимать, как они работают. Игорь, первый трюк, который я сделал в фристайле, это был ХТВ. Ну, я просто не мог не заметить, как ты искусно делаешь ХТВ на количество. Можешь, пожалуйста, нашим зрителям объяснить вкратце, как нужно правильно выполнять ХТВ, с чего начать? Да, конечно, без проблем. Смотри, ХТВ делается на обе ноги. То есть ты можешь его сделать на правую ногу, а можешь сделать его на левую. Так. Но начинать нужно с самой простой версии, скажем так. Сначала закатываешь мяч на футстол. Так, футстол, это я правильно понимаю? То есть мы просто зажимаем мяч на ноге, а то, ну, футстол не для всех, может быть, понятное слово. Да, все верно. Смотри, тянешь максимально носок на себя. Можешь даже положить руками мяч. Все, ну, пройдут просто жилые. Им не до футстола. На опорной ноге ты присаживаешься и выпрыгиваешь. За счет этого прыжка мяч у тебя по инерции вылетает вверх. Но здесь главное не выбрасывать мяч высоко, а примерно на уровень колена. Затем опорной ногой ты делаешь оборот внутрь и подбиваешь мяч. После того, как ты научился делать с футстола, обязательно нужно научиться делать на другую ногу. А после этого уже усложнять трюк, то есть начинать его делать с чеканки. Примерз к этому уже, к этой плитке. Игорь Олейник, понимаешь? Ты Игорь Олейник. Ты не имеешь права ошибаться. Я понял тебя. То есть сначала ты чеканишь несколько раз, делаешь трюк и продолжаешь чеканить. Да, ребят, и здесь есть очень важный момент. Нужно уметь чеканить на носочках. Так гораздо легче контролировать мяч. Так что, кто не умеет, обязательно научитесь. Ну что, Игорь, давай подведем итог, то есть выделим главные аспекты. Слегка присаживаемся на опор ноге и делаем небольшой прыжок. И стараемся поднимать мяч, ну, не выше уровня колена. Да, и обязательно ведем ногу под мяч, чтобы быстрее подбить его. Еще раз, для наших зрителей, в конце можешь показать, как выглядит ХТВ на количество? Ну, это реально круто, на это можно просто смотреть и Давайте перейдем к следующему трюку, который еще пару лет назад я вообще не умел делать. Я не знаю, как он правильно называется, когда, то есть, мы зажимаем мяч на шее, ловим. Может быть, у него есть какое-то название? Да, конечно, у этого трюка есть название, он называется Next Tall. Ага. Это базовый элемент в баперах. Как его выполнять правильно? Может, есть какие-то моменты важные, которые нужно учесть? Да, все просто. Начинаете с рук, подкидываете мяч вертикально вверх, чтобы он не летел за вас. Дальше, ваша задача очень мягко поймать его. И вы делаете это за счет ног, то есть вы приседаете вместе с мячом. И важный момент – плечи, голову поднять вверх, плечи прогнуть. Да, чтобы как раз образовалось такое место, да, куда его... Да, да, все верно. Для начала можно просто положить мяч, чтобы почувствовать. Можно сделать какие-то базовые упражнения, например, такие повороты или присесть. Если мяч у вас не падает, вы все делаете правильно. На начальном этапе учитесь закидывать мяч с рук, но в идеале вам лучше закидывать с ног. Закинули. Затем пробуйте подкидывать его. После этого нужно уметь подкидывать и ловить его. О, ничего себе. Прям видно, профессионал, ничего не скажешь. Какая интересная тема. Да, без этой темы. Да, сейчас попробую, я не знаю, получится или нет. Да ладно. Так что, ребят, тренируйтесь.
Че, Слав, не замерз? Я нет, слушай, погода отличная. Ну что, ребят, мы надеемся, вам понравился ролик. Больше занимайтесь спортом, не бойтесь холодной погоды. Играйте в футбол и, естественно, занимайтесь фристайлом. Да, парни, у нас сегодня были по-настоящему тяжелые съемки. Мы все полностью промокли, к нам несколько раз подходила полиция. На сегодня все. С вами был Слава, 4-кратный чемпион России Игорь Олейник. Огромной всем удачи и пока.